если я себе купила фалоимитатор, да, фалос, ну, потыкаться от этого, просто каких-то разных ощущений, а в магазине вот такой шкафчик. Это что такое? Я возмущена. Райских ощущений, потыкаться она захотела. Я так понял, что она от райских ощущений вошла сильно в роль, да, то есть она решила, что этот резиновый ее друг, это ее мужчина, и она пошла с ним под ручку, точнее, ну, за это резиновое тело, как бы взяла его под мышку себе и повела в магазин, типа там выбрать какие-нибудь помидорчики, огурчики, да, на ужин салатик покушать, да, ребята. А тут хопа, такая проблемка. И прозрела дверца-то стеклянная. Ребята, что хочу сказать, насколько же стал плоский юмор? Я не знаю, напишите, вы находите здесь что-нибудь смешное? Я кроме тупости не вижу ничего абсолютно. Пишите комментарии.